Уже мог подумать, что сейчас будет саб 12, серьезно. Саб 12 не будет в ближайшее время вообще никогда. Наивно. Блин. Но сегодня было два фулгана. И выйдет неплохо. Какая-то последняя стрела.
Интересный плей. Может, в настройках что-то можно там подправить. Никого нет в чате вообще. Я думаю, после фулл-рана все ушли, потому что понимают, что в ближайший час тут ничего интересного не будет. Да прыгай ты, блин. Лес сегодня. Блин, ну. Идиот. Золото, золото, золото. Кажется, можно было лучше пройти, но ладно, хороший босс. Но все время кажется, что тут... Ну, тут не кажется, на самом деле. Можно на 3/10 где-то еще быстрее. Но это сложно. И вроде еще можно стрелу одну сэкономить. Но стрел у меня, по идее, нормально. Газа. Блин, и что это такое? Блин. Хрен ты стреляешь, манит на газ, окей. Блин, я думал, не задену уже.
идиот, чуть-чуть потерял. Тороплю с первой пулей. Сколько я просрал? Полсекунды, блин. На дебильном мысечном боссе. Ой, дебил. Я типа тороплюсь с первой пулей, потому что если ее выстрелить чуть раньше, то можно типа засейвить там чуть-чуть. Вместо того, чтобы засейвить там 1-2 десятых, я терял полсекунды. Блин, все, я доволен. Это топчик. Это GG, это мощно. Это две голды в конце. Вот это я отыграл. Блин, я реально начал волноваться и... Ну, не так сильно, как мог бы, и так можно играть, действительно. Блин. И в итоге все было не зря, потому что если бы я всех этих ошибок не допустил, типа полсекунды на карате, то, может быть, мне бы газа столько не накидали, и, может быть, мне бы не... или ХП бы не кинуло.